горячей линии. Анна, здравствуйте. Одни хотят узнать статистику заболеваемости, другие переживают за оформление больничного. У третьих проблемы с поиском нужных препаратов в аптеках. Ежедневно на телефон горячей линии по коронавирусу поступают более сотни звонков. Колл-центр в нашем городе работает с апреля. И это самый простой способ получить актуальную информацию об инфекции и карантинных мерах. Спрашивают и эпидемиологическую обстановку вообще в целом, да, спрашивают конкретно подъезды, заболевшие есть или нет. Но чаще всего это какие-то частные случаи, то есть не принесли постановление, открыт больничный, почему не закрывается больничный, не забирают анализы. Самые популярные запросы – выявление контактных и проведение тестов на ковид. В большом потоке заболевших медики могут пропустить человека из окружения зараженного. В этом случае обращение контактного сравчанина поможет с поиском и ранней диагностикой. У кого-то из членов семьи взяли анализы, вручили постановление, а кому-то из членов еще и не забирали анализы или не вручено постановление. То есть они не знают, как действовать, как поступить, поэтому обращаются вот с этими вопросами к нам. Операторы горячей линии консультируют саровчан по общим вопросам и ведут журнал звонков. Если по обращению нужна помощь специалиста, всю информацию и контакты передают в клиническую больницу номер 50 или санэпидемстанцию. Их сотрудники глубже погружаются в суть вопроса и помогают его решить. Мы хотим разгрузить наши службы, чтобы не парализовать их деятельность по телефонным каналам. Как раз в этой области и хотим помочь им в этой работе. Мы всех информируем, консультируем, и если вдруг вопрос действительно важен, требует внимания, мы его адресовываем им. Передавай им всю информацию по этому контакту, телефоны, и они уже созваниваются от этой службы самостоятельно сами, давая нам обратную связь, как они отработали данные обращения. Специалисты колл-центра также взаимодействуют с волонтерами города, которые при необходимости доставляют жителям продукты и лекарства на дом. Операторы горячей линии работают с 7 утра до полуночи. В остальное время звонки переадресовываются в дежурную диспетчерскую службу ГО ИЧС. Обратиться с любыми вопросами о коронавирусе можно по телефону 977-77. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.